Доброго времени суток, подписчики, зрители канала. Вы посмотрите на эту красоту. Солнышко вышло. Продолжаем двигать Misery версия 2.1.1. Великолепный модик. Погодные эффекты тут просто потрясающие. Вы посмотрите, самое время собирать артефакты. То, чем мы с вами и займемся. В принципе, и занимались в прошлой серии. Решили после выброса в очередной раз, перед тем, как покинуть эту локацию, пройти по аномальным зонам, снять артефакты. В принципе, неплохо у нас это получается. Уже парочку сняли. Сейчас заскочим, наверное, в аномалию цирк, там коготь, рубец, и возвращаемся домой. То есть переходим обратно на Янов и работаем по основному заданию, переход на пути провод, пацаны. Нам в прошлой серии, кстати, неплохим стволом обзавелись, помните, да, прибой я взял у Шустрова, блин. Отличный ствол, пока что не пробовали, но я думаю, в принципе, сомневаться не приходится. Так, а тут кто у нас? Слышу по звукам зомбированные, ну-ка, блин, сволочи. Где вы тут есть? Надо аккуратно работать. Хотя зомбированный враг-то, в принципе, ни о чем. Вон он, видишь, один ходит, да? Так, а вон там команда сидит, блин, из троих. Кстати говоря, почему нет? Нате, пацаны, вам презентик небольшой от Трофима, ёпта. Держал. Пошел он там куда-то гулять, блядь. О, здорово, хлопчик, блядь. Прям в башню тебе. Прям в башню тебе. Так. То есть сейчас обыщем по-быстрому по поводу артефактов, пацаны. Так, раз, здесь я пролезу. О, я тут пролазю. Держал, падла, прям в голову. Блин, у вас тут много, вы посмотрите. Целый табун. О, приятель, держал. Держал, держал. Как вас много нарисовалось. О, еще один, получил. Да, в голову, конечно, красиво прикладываю. Ну, с них, конечно же, опять ничего мы не возьмем. Они пустые у нас. В большинстве своем эти зомбированные. Там по, ствол, да, никакущий. Опять же, без патронов. Откуда, спрашивается, патрончик берешь, а, сволочь? Ну-ка, признавайся, бля. Где патроны прячешь? Вы заметили, да, шмаляют на убой, блин. Словно, блядь, нескончаемый боезапас там у него. А на самом деле стволы пустые. Ну, сейчас мы разрядим, я все выкину. Сейчас разрядимся, если вот сейчас посмотрим, сколько там. Они при... Ох ты, это что у нас? Это, по-моему, немецкий, да, да, немецкий. Вон курс во время Второй мировой войны. Было отобрано некоторое количество винтовок карабинер 98 СКА с хорошим показателем точности и оснащено оптическим прицелом ЗФ-39. Ну, мощный для снайперов. Конечно, наверное, хорошо с ним работать. Калибр отличный. Так, хорошо. Сейчас мы вот сюда вот отойдем. И я, блин, скину весь этот хлам. А, что нам мелочиться? Мы сейчас в труп все скинем. Дабы лишний раз не перегружаться. Вот. Разряжаемся. Тут я же, видите, да, пустые. Блин. Откуда он там стреляет, падла эта нарисованная, блин? А, слышишь ты, блядь? Гришка, механик. Подгони патрончик. Да, так. Забирать. Конечно, хабарок, блин, ну, в целом там немного мы снимем. Я не хочу, пацаны, перегружаться, пока денег хватает. На все нам хватает. Ох ты, блин, как у меня ствол. Я не брал, да, ремонтный. Ладно, пока мы тогда воздержимся. Пернач надо будет починить. Так, и костюмчик. Костюмчик устал, сейчас полезем в аномалию. Давайте быстро подрихтуем. Я с собой брал, да, вот, использовать. Эколог. Блин, нету материалов, подожди. Нету материалов. Ладно, на чистую придется. В любом случае чинить надо, пацаны, потому как сейчас полезем в аномалию. Он вообще убьется, потом и так починить не сможет. Так, а для оружия я не брал. Да, не взял с собой. Так, ладно, ох ты, сколько у меня уже запчастей от мутантов, да, пацаны? Сайга под уставшим 58, ладно, хорошо, двигаемся. Сейчас пару аномалий еще посетим. И, наверное, пацаны, выдвигаемся. На Янов обратно возвращаемся. Работаем по основному заданию. Зов, ой, хотел сказать, зов Припяти, блин. По основному заданию путепроводом. Так, в Соснодубе вообще не вижу никакого смысла. Сколько раз мы там не проходили. Сколько раз я не пытался снять там артефакты. Вот там, ну, никогда не было, да. Поэтому я не знаю, есть ли смысл туда двигаться. Ну, давайте забежим по-быстрому. В принципе, рядом, почему нет? Так, потом заберем свой стволик хороший. Прибой мы приобрели неплохой. Кстати говоря, сейчас линейка же по коряге должна запуститься автоматически. Я взял вроде как ствол, там этот... Коряга должен взъерепениться. Ты типа мой ствол заказал. Ну, что-то подобно такое. Что-то такое он там начинает...
пургу гнать, помните, да, корягам. И, то есть, попрет наши вещички. Так, ну-ка, попрет наши с вами вещички, блин. Уже на Янове там. Придется будет, надо будет разобраться с ним. Этот квест я помню. Но вроде как надо перед этим делом сейчас будет прийти пообщаться с ним. Ну, посмотрим, ладно, сейчас доберемся, там видно будет. Видите, тишина вообще. Хотя такая аномальная зона, сюда грех было не вложить артефакты, однозначно. Такая интересная аномальная зона. Там он колобок должен быть, я все успокоиться не могу. Так, тихо-тихо. Тут вот, там бандюки уже, по-моему. Ой-о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 й. Там много их? Много-много-много-много. Да-да-да, мы поняли. Иди сюда, падла, отлично. Отлично, там еще кабанчик и бандиты. В аномалию соснодуб нырнем. Не так-то просто, туда сейчас хер нырнешь, вы посмотрите, извиняюсь. Заматы, блин, но все-таки, пацаны. Там вон бандюки поживиться вышли. Помните, да, на заправке постоянно тусуются бандюки у нас. Сходочка. А я не взял, да, с собой калашек никакой. Вот, кстати, винторез не помешал бы нам. Но винторез мы опробуем, еще успеем, пацаны. Винторез надо довести до ума. Вы подождите, поставим туда модификации ряд. С азотиком перетру. Не с карданом, а с азотом перетрем. Все-таки у нас у него скидка, блин, хорошая. Так. Где-то там бандюков я слышал. Может, это и сталкеры были, не факт, что бандиты. Ну, тут дробь не поможет. Даже если бандит нарисуется, я просто такое расстояние. То есть, конечно, бесполезно шмалять. Только с пистолета работать, с перначам. Так, все, отлично. Еще поживились. Нырнем сейчас в цирк тогда по-быстрому. И спускаемся вниз на коготь. Хотя на, в этот, не на коготь, наверное. Коготь, рубец. Ну, давайте, в принципе, цирк. Рубец ближе будет. Рубец ближе, ладно. Давайте, цирк и рубец. Коготь уже, блин. Коготь, кстати, мы пробивали в прошлые разы тоже. Ни одного артефакта я там не снял, помните, да? Так, тихо-тихо. Ни одного артефактика мы там не сняли в этой аномалии. Так, пару артефактов имеется. В принципе, неплохо. Уже не зря прошли. Прогулялись, почему нет, после выброса. Я же говорю уже, говорил вам, да, неспешное такое прохождение. Я особо не рвусь там побыстрее все эти квесты закончить. Нравится мне наслаждаться атмосферой в зоне. То есть бродить по локациям. Проработан хорошо модецкий, как вы заметили. И в графическом плане, и в плане ощущения атмосферности. Все сделано на высшем уровне. Ну, по крайней мере, мне нравится. Да и вам, я думаю, тоже понравился этот модик, кто играет. Это факт. Кто, допустим, как я, первый раз. То есть впечатлил мод однозначно. Так, хорошо, хорошо. Вот вам аномалия цирк. Сейчас по-быстрому проскочим. Я думаю, артефакт должен нарисоваться. Тут такое место. Они вечно появляются. Так. Да, ребятки? Как вы думаете? Там опять полтергейст. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа! Так-т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 ак. Блять, а, там еще полтергейст не хватало. Кошечки, бля. Кошечки-матрешечки. Так, угомоним полтергейста по-быстрому. И с кошечками разберемся. Так, ну-ка. Мурочка, иди сюда, я тебе усики подрежу, бля. О, побежала, побежала, родная. Ну давай, сейчас тебе там аномалия спали. Хотя кошка хитрая. Хитрый зверь, да? Не так-то, блядь, не так-то в нее не попадешь, в эту сволочь. В эту сволочь и не попасть-то. Так, еще одна была. Давайте угомоним сразу. Угомоним, там собачки вон еще. Блин, собачка, смотри. Собака за кошкой. Кто кого, пацаны? Ставки, бля. Ну, собачка должна загрызть по-любому. Они там носятся, видите? У меня костюмчик так убивается. Ну я еще не зашел. Ладно, пусть резвятся, так сказать. Пусть резвятся, а мы пробьем артефакт. А, не, нифига. Нифига, пацаны, нифига. Видите, уже б нарисовался. Да, уже б нарисовался. Все, отходим. Отходим. Ну,
так сказать, зона что же не резиновая, да, сколько можно, блин, я тут немерено артефактов снял уже, парочку дала, все, успокойся, сталкер, правильно, успокойся, блин, имей совесть, так сказать. Но все-таки в рубец мы сейчас заглянем, давайте, в рубец заглянем, кто его знает, в рубец заглянем. Ох ты, там сколько нечисти внизу, вы гляньте. Собаки и псевдо там, да? Воюют с этими, со снорками, по-моему, или с кабанами. Кабаны вечно уступают собаками. Ой-ой-ой, вы посмотрите, какая свора. Просто. Не, ну я даже тратиться не буду. Охота, охота, я понимаю. Но мы не на охоту вышли, кстати говоря, пацаны. И нас сейчас убьют, если... Мы с вами не на охоту вышли, мы вообще-то за артефактами пошли. На охоту там, если бы какой-нибудь другой костюм можно было, но мы-то за артефактами пошли. Поэтому в экологи двигаемся, так что имейте в виду, тут не в охоте дело. Идем-то за артефактами, костюмчик убивается. Тут никаких денег не хватит. Так, надо ближе подходить. Ближе подходить, пацаны, я не смогу отстрелять их. А, сайга у меня на руках, не забывайте, стволик-то мы оставили. А ближе для чего подходить? Чтобы с первоча отработать по этим сволочам. Надо вообще сохранить, сохранимся. Так, ребята, давайте аккуратно смотреть, где они. Так, так, так. А вон, вон, гидра, две гидры ползут, смотрите. Ну-ка, тихо, тихо, бинокль где? Тихо, ребята, вон две гидры ползут. Походу бандиты. Да, вот один, видите, а там целая сходка. Вон второй, третий, четыре человека, пацаны, вижу. Четыре человека. Ну, не знаю, с первочом, конечно, мне. С первочом. Нет смысла, но если вы аккуратно попробовать, да, отработать. Давайте, как специалист. Ох ты, тихо, смотри, собачка. О, ребята, вот вам презентик. Посмотрите, свора псевдособак. Сейчас посмотрим, кто кого, блин. Сейчас они их сожрут, этих сволочей. Смотрите, красивая бойня сейчас будет. Видите, да? Там целая свора, блядь, собак псевдо. Ну, их тоже четверо, да, стволы хорошие. Отстреливаем. Тихо-тихо, а мы знаете, как сделаем? Да-да-да, ребята, а вот и Трофим нарисовался, бля. Держал туда вам гранатку, бля, подальше. Отходим. Отходим. Сейчас я здесь присяду в кустах. Возьмем наш ствол, бля. Не-не-не-не-не. Пернач, наверное, лучше будет, бля. Пернач лучше, пацаны. И посмотрим, что там. Я уже, по-моему, с гранаты положил. А нет, вон отстреливают. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас я отработаю, бля. Красава, 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 красава. Так, 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 так. Здорово, брателло! А вот так вот. Ты что, уснул, что ли, дятел, блядь? Здорово, брателло, бля. Да-да-да, вон полупокер. Держал гранатку. Гранатку держал, полупокер. Оба-на. Отлично, отходим. Отходим, отлично, бля. И вот пару собачек. Пару собачек положим. Красиво сработано, да, пацаны? Ха-ха-ха. Вообще хитро сделали. Во-первых, на них собачек натравили. Ну, они сами натравили. А вон еще одна пара. Держал. Держал. Там еще одна пара. Ну, пару собачек, я думаю, проблем не будет. Иди сюда, дорогая. Пару собачек. Блять. Отлично. Вон, еще одна собачка. Неплохо. Собачек на них натравили. И немного... поспособствовали и тем, и другим. Зато сколько хвостов. А ты что там, падла? Ладно, эту я так завалю. Эту я так завалю. Я думаю, одна собачка не страшна. Иди сюда, дорогая. Во, ох ты, блин. Мясо себя. Как красиво. Посмотрите на эту картину Репина, блин. Сейчас мясо освежую, блин. Ну, какая вонь пошла гнилью, а, блин. Псевдособака, мясо невкусное, честно скажу. С пацанами, с карданчиком бухали, блин. Под закусь не было ничего другого. Пришлось это мяско, так сказать. Собираем хабарок. Да я сейчас весь хлам этот скину, блин. Видите, как красиво. Пернач не пернач, блин. Главное мозги включать, блин. Можно отработать, блин, невзирая и хабарок снять. Да, невзирая на супостата. Ну, какой враг. Так сказать, со стволами не, или без, блин, в супер броне или в простой. Видите, перначом отработали красивенько. Ну, собачки нам подмогли, тут спору нет. Собачки их погрызли лихо, блин. Гранаткой успокоили тоже мы, кстати говоря, не слабо их, да? Вот вам и красота в начале игры. А вы говорите, есть смысл двигаться по зоне? Сколько интересных, так сказать, вещей мы пропускаем. Ну, то есть, не то, что вещей, имею для видео, если снимать, видите, какой эпичный момент. Не эпичный, а в том плане то, что как интересно получилось.
Так что вот поэтому я и не спешу выполнять все эти квесты, блядь, так сказать, по-быстрому, лишь бы пройти. Тут вот наслаждаться можно атмосферой игры, так скажем, в процессе прохождения, даже невзирая на квесты. Вот такие вот приключения различные получаются. Блин, сколько у меня там уже запчастей от мутантов? Ну да, сейчас копейку. Вроде на, не на охоту вышли, да, вроде как по артефактам. А сколько, сколько запчастей я снял? Получилось, как вроде не артефакты мы. Не за артефактами я вышел, а на охоту по мутантам. Ничего полезного. Все, отходим, возвращаемся-ка, ребята, домой. Там вон я слышу бандитов. Сейчас вон туда вот в контейнер отойдем, я осмотрю, что там по хабару, разрядите, кое-что скинуть, иначе я не допру просто. Я хотел еще аномалию рубец проверить, а там, кстати, могут быть внизу также бандиты. Давайте-ка лучше сохранимся еще разок. Вот здесь вот в кусты я отойду. Так, отличненько, отходим, посмотрим. Мне, блядь, этот хлам переть. Что там за стволы? Вот эти вот, ну, блин, в принципе, скинуть, конечно. Вот эти вот, смотрите, вот сайга нарисовалась. А это что там у тебя? СКС-45 модернизированный. Ну, это нам ствол ни к чему, блин. Ну, в том плане то, что... Этот ствол ни к чему. Ладно, наверное, уже до дома дотянуто. Я, в принципе, не так далеко. Я просто думал, глядишь, там рубец аномалия. Глядишь, может, артефакт какой, правильно, пацаны? Ладно, пойдемте-ка лучше домой. Ну, его... От греха подальше, учитывая, что мы с перначом и с сайгой на руках. Лучше все это сейчас скинем, отдохнем. Неплохо мы поживились, учитывая, что сняли артефакты. Повоевали неплохо, да, интересные такие пару серий. Независимо от того, что на затоне вроде как все дела мы закончили. Тут вполне можно гулять и гулять, еще много интересных подобных серий наснимать, согласитесь. Я имею в виду и в плане боя и так далее. Поэтому таким образом будем подходить к прохождению. Также и в Припяти себя будем вести, не спеша осматривать, да? Так, я уже сдыхал, у меня там... А, ох ты, я что этот снимал? Геркулесик. Так, отличненько, отличненько. Погодка, сколько время уже? 17. Ну, как раз под вечер, в принципе, почему нет? Под вечер, сейчас перекусим, придем. Отдохнем и будем, наверное, пацаны, перемещаться. Перемещаться с вами на Янов. Пора поработать. Сейчас, кстати говоря, коряги. Ну-ка, что он скажет? Мне интересно. Он вроде как должен запустить линейку. Ну, не линейку квестов, а тот квест. Не то, что квест, это даже можно сказать. Ну почему? В принципе, квест. Да, то, что по вещам там получается так, что. Тихо-тихо. Там кто у нас? Опять бандиты, похоже, отстреливают. Не хотелось бы сейчас с ними пересекаться пока что. Я перегружен. Вот мы и дома. Видите, как хорошо. Скинем вещички. Артефакты, наверное, распродаем. Там не особо ценные. То есть, сняли такие артефакты, на которые практически заказов у бороды не бывает. Правильно же? Там что, мамины бусы вроде, да, мы сняли? Мамины бусы, блин. И медуза, да. Ну, эти артефакты можно смело продавать. Перемещаемся. Я не знаю, как нам переместиться. Не пожалеть 6000 или пешочком пройтись. Наверное, пойдемте-ка мы пешочком, пацаны, ребятки. 6000 тоже, блин, платить, я имею в виду за переход лоцману, как бы накладно. Нам лучше приберечь эти деньги и более или менее модифицировать, поставить навороты на наш прибой винторез, согласитесь. Так что я думаю, тихо стой. Я думаю, все-таки. Ну, рассказывай, я здорово, пацаны. Так, вот коряга у меня. Коряга, падла. Что скажешь, брат? Что надо, не видишь, занят. Так, ну это надо ствол иметь. Ствол-то я не взял. Ну, здорово. Какими судьбами на нашу посудину? Так, здорово, здорово. Там дельфинчик. А, ну почему? Надо же скинуть ему ствол.
хотели? А, артефакты продать, ё-моё. Ну давайте, чё, сразу и продаем. Сразу и продаем. Чё мне, деньги нужны? Это медуза, нет смысла там оставлять. Медуза, и чё там у нас? И этот. И мамины бусы. На мамины бусы я что-то не приму. Хотя, может и делает, да, заказ на мамины бусы. Ну-ка, сколько в целом сейчас получим? Ну, 11, не, сдаем. Еще наберем 60, 11, неплохо. Я что-то не припомню, на мамины бусы делает, не делает он заказ. Ну, если даже делает, не страшно. Не страшно, пацаны. Это у нас видео, для видео снимаем, так сказать. Там отдельно, если бы играли, там можно было подождать, потому что я же не буду ждать. Мы же не вечно будем играть в Мисери, правильно? Когда там он заказ? Сейчас вообще уйдем на Янов, на Припяти с концами. Ну, я имею в виду, когда я тут, может, на Затоне уже и не появлюсь. По видео прохождению. Сам-то я еще играть буду. Это понятно. Вот наш любимый стволик. Блин, красота. Да надо все забирать, что там. Забирать вот эти... Ну, этот оставим артефакт. Еду эту... Во, водка у нас тут, водка не миров. Ох ты, так у нас водка 0,75 литров канает, ёпта. Так можно, наверное, сразу и наворотить у этого, блин. Почему нет, давайте, в принципе. Ну, видите, у нас у Азота скидка, блин. Азот-то вроде нам скидку сделал, насколько дороже. Ну, наверное, я не думаю, цена должна одна и та же быть у них, да? Не факт, конечно, но... Как вы думаете, ребятки? Контейнера все надо переносить, наверное. Блин, я и не упру столько. Ну-ка, посмотрим, слишком дорого. Ну, дорого, конечно, винторез наворотить это дорого. Вот, есть водка, будешь? Держа, 0,75, карданчик, похмелись. Мне надо там новый ствол я приобрел. Чтоб руки не дрожали. Да-да-да, чтоб руки не дрожали, чтоб голова варила. Котелок, так сказать, да? А вот еще одна бутылочка нарисовалась. Прими-ка на грудь. Это отлично. Чтоб работа спорилась. Чтоб работа спорилась, все правильно. Чтоб спорилась. Так, и теперь посмотрим, сколько. Видите, я вот боюсь, что сейчас потратимся, а у Азота, возможно, дешевле. Все-таки он нам обещал скидку. Правильно, пацаны? Он нам обещал скидку. А тут регулируемый прицел. Ох ты. ПНВ. Установка прибора ночного видения. ПНВ является незаменимой вещью. Давайте начинаем ставить. Высококонтрастный прицел. Ой, восьмикратный оптический. Ну, начнем с него, наверное. Оптический, высококонтрастный прицел. Ставим, все ставим, пацаны. Отдача минус 9, конечно. Настильность плюс 20, само собой. Надежность, так, надежность. Точность плюс 20, само собой. Надежность плюс 10, само собой. Отдача минус 10. Настильность, ставим настильность, само собой. Хотя отдача тоже важна. Точность плюс 20, удобность плюс 25. Удобность, если ствол находится в движении, то происходит открытие дополнительных отверстий для компенсации отдачи. Точность плюс 20, давайте лучше. Точность повысим. Настильность, однозначно настильность. Так, удобность плюс 15. Удобность, потому что удобность тоже надо. Удобность плюс 25, отдача минус 10. Давайте удобность плюс 25. Отдачу мы и так уже сняли, неплохо. ПНВ. ПНВ является незаменимой вещью для снайпера в темное время суток. Увеличивает массу на 0,27. А тут регулируемый прицел. Это модификация. Не, ПНВ у меня есть свой, пацаны, согласитесь. ПНВ можем и так включать, я понимаю. А мы-то и днем часто будем воевать. Зачем нам постоянный ПНВ? Мы вот, лучше, это регулируемый прицел. Эта модификация позволяет проводить регулировку прицела в соответствии с дистанцией стрельбы. Просто замечательно, ставим. Великолепие. И теперь смотрим на эту красоту. Это просто... Я не знаю, сейчас микрофон лопнет, блядь, от моего восхищения этим стволом, да. А чё ёмкость магазина не поставил до 20, падла такая, блядь? А? Гидра нарисованная. Карданчик, я тебе водки подогнал. Мне нужна ёмкость магазина до 20, блядь. Ладно, хорошо, посмотрите сюда. Настильность плюс 60. Высококонтрастный прицел. Точность плюс 40, удобность плюс 40. Отдача минус 10, надежность плюс 10. Регулируемый прицел и восьмикратный оптический прицел. ВСС прибой, на убой кладущий.
в итоге подчеркиваем и пишем в это в скобочках. На убой кладущий. 100%. Даже к бабке не ходи, пацаны. Ствол великолепный, я сразу вам уже говорю, блин. Вот вам все, что мне надо. Больше мне ничего не надо от игры. Ну, еще севу возьмем, да. И, в принципе, и денег-то не так-то много мы и потратили. Зато максимально наворотили ствол. Все, выходим. До встречи, карданчик. Сейчас что мы делаем? Сколько время вообще? Ну, передвигаемся, что мы делаем? Передвигаемся, патронов должно хватить добраться до дома. Ставим калашик у нас. А, ну почини сразу тогда. Че я, блин, буду? Все наворотили сейчас, в принципе. Почини сразу мне все. Ё-моё, там броня не сильно убитая. Ну да, вон 200 рубликов, почему не почини? Давай сайгу почини, 800 рубликов, да держал. Вот за этот возьмет. Ну да, две штуки, да ладно, не страшно. Все, починились. Все починено, все целехонькое. Возвращаемся, пацаны, на Янов. Все у нас есть, то, что хотел, я получил. ВСС прибой, блин. Убойный стволецкий. Осталось севу нарастить, и мы в шоколаде. Но модифицируем также севу полномасштабно, да, там же можно модификации поставить. И вообще будем, блин, терминаторами с вами. Лямки, верблюжьи горба у нас висят, блин. Лямки, блядь, нафокстрочены, блин, начищены пастой Гоя, блин. Да? И можно идти на парад, блин. Все, нарадоваться не могу. Красота какая. Вы посмотрите на этот ствол. Как он хоть... Давайте выйдем просто на улицу, шмальнем разок. Ну-ка, давайте. Просто ради интереса. Ну что, есть что-то новое? Так, дай-ка мне патрончик. Я хочу порезвиться с пацанами. Сейчас давайте порезвимся чуть-чуть. Где у нас с вами 9.39? Это что у нас? 7.62. 9.39 как-то... А, во-во-во-во. 9.39 простой, да. Ну, блядь, порезвимся. На него патрончик-то стоит, ой-ой-ой, порезвимся. Ну, все равно брать надо. А, ну это пачка, вот, возьмем 30. В принципе, не так дорого. 30 патронов, сейчас порезвимся пойдем. Давай, давай, не задерживайся. Так, перезарядочка. Запишусь-ка я на всякий случай, то мало ли сейчас... Так, во, коряга. Да это же мой ствол, на днях украли. Ты где это взял его, злодей? А, ты обшибся, отвали, бля, по-хорошему, падла. Это я тебе сейчас в жопу ставлю этот ствол. Не, ну это я погорячился. Черт, это я ошибся. Ты думаешь, что говоришь, засранец. Если еще все тут будут за меня, верни ствол и разойдемся мирно. Я так и быть никому не расскажу. Так, да ты, да, блядь, ну что он за диалоги сделал? Я бы ему по-своему ответил. Ну тут надо выбирать, видите. Я вообще-то из этой пушки могу дыру в твоей голове провертеть, бля. Вот это точный. Стоп, стоп, мужик, не горячись. Покричали друг на друга, хватит, не нервничай. Так, может, я и ошибся, наверное. Да, наверное, ошибся. Все, давай, отвали, падла. Но я бы тебя сейчас прямо здесь приложил бы. Сволочь такая. Прям здесь бы приклал бы. Так, ну-ка. Красота какая. Сволочь где бегает у нас? Так, чтобы далеко не уходить. А, ну пойдемте, че, мы же сейчас пойдем. Наверное, да? Я голодный там? Да не, не сильно голодный. Все, мы забрали, там делать нам нечего. Забрал я все, отходим, пацаны. То есть возвращаемся. Сейчас, конечно, по ночи нежелательно идти. На переход я решил пешочком пройтись. Перейти на завод Юпитер. Давайте-ка пройдемся, прогуляемся. Ох ты, какая красота! Вы гляньте на эту погодку. Опять шепчет солнышко там, да? Закатик. Как все сделали красиво. Бля, вороны летают. Может, с винторезика ворон пошмаляем, как вы думаете? Глупо, конечно, но вот здесь вот на турбу припаркуемся. И ворон пошмаляем, пацаны. Как вы думаете? Давайте. Попаду я, нет? Падла такая, ты посмотри, блядь. А, не попал только. Не, ну звук, конечно, звучание могли проработать, в принципе. Не, ну неплохо, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Кого вы привалите, а? Когда новый ствол в руках держишь, вечно хочется кого-нибудь, блин, я не знаю, опробовать его, да. Еще успеем опробовать, пацаны, я так думаю. Переходим, так сказать, на Затон. Ой, на Янов. Все вроде, да, я забрал. Блин, так я сейчас только с ним и работать буду. Два ствола у меня. Сайга, монстр, полностью модифицированный, да.
полностью навороченный. И винторез. Что еще надо, блин? Я не знаю. Ну, 105-й, конечно, тоже хорош. Тоже хорош, кстати говоря, блин. Кстати, 105-й надо тоже донаворотить. То есть не все модификации мы поставили на 105-й. У нас Сайга полномасштабно, да, модифицирована. И вот сейчас прибой. Но первым делом возьмем, наверное, этот. Первым делом возьмем с вами... Ой-ой-ой-ой. Так. Вот вам и война, вот вам и война. Сохраняемся, не мандражуй, пацаны, сохраняемся. Так, отлично, сохранились, воюем, пацаны. Включаем ночничок, обходим сволочей. Сейчас я, блядь, с вами поговорю, подорвали, пацаны. Где ты там, падла? Так, тихо. Тихо, пацаны. Пока я не вижу, блин, где-то. Ну, сейчас отработаем. Сколько там патронов у меня? 17 патронов на него. Ворон пострелять. Вот вам постреляли. Надо было не спешить ворона. А, во. Вот он, гидра, да, ползет. Ка, иди сюда, блин. Сейчас. Давай. Только покажись. Ладно, не будем спешить. Сейчас. А то гранатка прилетит, убьет. Так. Иди сюда, сволочуга мне. А, вот он. А, так это сталкеры. Уже сталкеры подошли, а? Пока я тут двигался мне. Так. Да, вон сталкерок. Или кто там у нас? Сталкерок воюет. Давай. Тихо. Держал. Отлично, положили. Одного. Внесли свой вклад, да? Он одного, я одного. А их что там, двое было? По-моему, больше. Да, снимай хабарок. Это твой, а это мой товарищ. Блин, ну с тебя и взять. Илюха, как там звали мне? Илюха Кривой. Здорово, как вот бродяга? То есть отстрелялись неплохо, давай. Ну ладно, это твой чувачок. Ты его приложил, да? Как звать-то хоть? А он не хочет говорить, то есть с главным опять скажет сейчас. Иди перетри с главным, да? Да, он не, молчаливый. Молчаливый товарищ. Ладно, пацаны. Так, ну что, дальше двигаемся. Нам надо на железный лес. Пацаны. Так, поставлю-ка я сайгу сюда. На всякий случай. Блин, неплохо сработали. Винторезик мне нравится. Еще сейчас патрончиков там получше взять, допустим. Ну, в принципе, это они сами и простые, сами по себе убойные, да, патроны. Довольно-таки неплохие. Я имею в виду 9 резей, это же обычный, да, дозвуковой. Патрон СП-5, да. Там надо СП-6, бронебойный получше взять, блин, конечно. Вообще тогда прикладывать будет моментально. Учитывая, что броня, в Припяти так и будем делать. Получше патрончик. То есть докупить надо на этот ствол будет. ВСС прибой. Красота полнейшая. Там опять бой идет. Так, ну тут не так далеко. Давайте аккуратно, пацаны. Тут могут быть у нас мутанты. Могут быть мутанты. И бандиты. Так, ну-ка, где мой стволик? Фонарик тушим. Вот здесь вот частенько появляются бандиты. Сейчас посмотрим. Слышите, да, там уже война. Там уже война идет. Так, ну-ка, давайте вот сюда вот я припаркуюсь и скушаем быстренько одну консерву. Одну консерву и пивка, наверное, намахну, чтобы легче воевалось мне. Так, пивка, пожалуй. Отлично. Все, теперь поднимаемся и прикладываем всю нечисть, которая там есть. Похоже, там у нас сталкера. Ой, сталкера, бандиты. Похоже, там у нас бандиты, ребятки. Да, ты так не дыши, блядь, не время. Не время.
Так, ближний бой, глядишь, сейчас нас ждет. Здесь мы уже как-то с вами воевали, помните, да? Во-во-во-во. Это кто? Это сталкер, по-моему. Это сталкер. Да-да-да, они вон тут воюют с бандитами, смотрите. Не наш хабар, даже влазить не буду. Ух ты, блять, а. Все, положил я его, нет. Это не сталкеры, нифига, блядь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, ребята, подожди. Это нифига... На, держал, падла, блядь, в голову тебе. А, кошка. Тихо-тихо-тихо. Это у нас... Похоже, я приложил сталкеров, но не страшно. Ну, бля, он, кстати, патрончик. Стоять уже боятся. Так. Кто там у нас, блин, лежит? Давай, братуха. Ага, держал патрончик, чтобы уже все. Конкретно приложили. Отлично, сработано. Ну, ничего страшного, чё ж, бывает тут в потасовочке, так сказать. Все бывает в нашей жизни. Потасовочки, так сказать, приложили слегонца. Не страшно. Я думаю, они безобидны нас. Правильно, пацаны? Это кто у нас? А, какой, блядь, сталкер? Ростик Бизон. Посмотрите, читаем, наемник. Сталкера, блядь, я привалил. Какого сталкера? Все правильно, я привалил. Потому как, видите, я когда подошел, он открыл огонь. Я видел, ну, я вначале так посмотрел, вроде как сталкеры. А потом, я смотрю, он ствол поднимает, руки вверх, блядь. То есть, прицеливается на меня. Конечно, я моментально патрончик зарядил ему в голову. Какой нафиг сталкер? Это, блядь, наемнички нарисовались. Вы что, ребята, очнитесь. Ну, это я сам себе говорю. Сталкера привалил. Тут надо крайне осторожно работать. Вон еще падла бежит. Куда стоять бояться? Гидра нарисованная. Лезешь, блядь, так сказать. Это не твоя добыча. Ох ты, наемник Игорь резвый. Игорек резвый, блядь. Вот это красота. Вы посмотрите. Мэверик. Филипп Эстет. Ох ты, блин. Да тут красота какая. Вольный сталкер. Вот этот вольный сталкер, да. Вот этого, конечно, приложил кто-то непонятно кто. Ну, все вы поняли, да? Ну, ладно, пацаны, не страшно. В этой куче ночью же воевали. Заметьте, кто тут поймешь, сталкер, не сталкер. Имейте в виду, ребятки, воевали-то ночью. Отстреляли из сталкеров и на его. О, видите, это наемник. Хотя броня как у сталкера, видите? А наемничек, поэтому там все нормально. Резона нет. Кто там из них, я в ночи разве пойму, кто там сталкер. По мне ведется огонь, согласитесь. По мне ведется огонь, естественно, я отработал красивенько. Положил всю нечисть. Зато какой хабар я поднял. Просто неимоверно отличный хабар. Надо записаться по такому поводу. Вы посмотрите, какие стволы мы сняли. Сейчас вот сюда отойдем, чтобы нас не сожрали. Я запишусь. И надо быстро, блядь, там надо сохранять, пацаны. Так, сохранили. Блин, какая насыщенная серия, вы посмотрите, а. Не дают нам покоя. Ладно, потом будем рассматривать. Тут, блин, немерено мы отличных стволов собрали. Вы посмотрите, с наемников вообще одна лафа попадается. STG-58 модернизированный. У нас навык низкий. Давайте, сейчас меня убьют тут, если... Там еще кто-то подошел, да? Тут вечная разборка, имейте в виду, ребятки. На заправочке вечный бой. Получи, падла. Держал, падла. Вечный бой на заправочке. Видите, а вы говорите, быстрее уходи с затона, блин. Двигайся на путепровод. Посмотрите, какая красота, какая насыщенная серия. Это мы только решили прогуляться с вами. Тут, пожалуйста. Вот что это за падла нарисовалась, а? Вольный стал. А, блин, ну извини, братка, извини. Но он что-то так двигался, интересно. Весело получилось. Зато какой ствол я снял. Вы посмотрите на эту красоту.
Вот сюда гляньте, пацаны, внимательно. Финфал пара. Финфал. Финфал пара. В варианте для воздушно-десантных войск с укороченным стволом. Автоматическая винтовка под патрон 7,62 51 мм НАТО. Производимая в Бельгии компанией Фебрюге Нейшонел. Донестрали. Или там Нерстейл. Ладно, язык сломаешь. Данный экземпляр винтовки в дорогом персонализированном ложе фирмы Маглупи предназначен для высокоточной стрельбы на средние и дальние дистанции. Оснащен постоянным оптическим прицелом и специальным магазином. Это просто великолепие. Нечто потрясающее. Гляньте сюда, блядь. А вы мне сказки тут рассказываете. Да тут, блин, ради этого ствола можно было и Веньку Шустрого завалить. Или как там его звали? Венька Шустрый? Как там тебя звали-то, чудило, блядь? Федя Важный. Видите, он нос задрал и получил пулю в голову. Зона наказывает таких, Федя Важный. Какой ты нахер важный? То есть зона решила подогнать Трофиму этот ствол. Федя Важный обойдется. Просто, наверное, мощный ствол, да? Но убитый в усмерть. Хотя, посмотрите, какой навык владения. Навык владения высокий, блин. Просто высоченный навык. Так, снимаем все это дело. Высоченный навык, блядь. Это мой, это моя. Тихо. Вот так-то, ребята. Вы говорите, быстрее перемещайся в этот. Перемещайся в путепровод. Какой нафиг путепровод? Тут красота какая. Сколько, бля, я хабара поднял. Каких стволов наворочены. Каких артефактов. Ну, артефактов-то не очень, но... это, все-таки, за две серии, как мы разжились. Такой ствол, мне надо, наверное, его починить, что ли. Как вы думаете? Починим его, пацаны? Отпишитесь. Чинить мне его стоит или нет? Или у нас, в принципе, винторез с вами есть? А это натовская ерунда. Ну, хоть натовская ерунда, не ерунда, но все-таки навык владения, пацаны, высокий. А калибр какой? 7,62-51 калибр. Это вообще на убой, блин. Ладно, все, переходим. Нам надо дальше двигаемся на этот. На железный лесик, пацаны. Переносим весь этот хабар. Блин, сейчас я опять задыхаться буду, блин. Опять немерено прибытка. Тихо. Надо уносить отсюда ноги. Ну вас нафиг, блин. Я уже просто не потяну. И так набрал до талого, сколько влезло, бля. Идем на железный лес побыстрее, пацаны. Переходим, так сказать, на железный лес и на Янов. Видите, уже вздыхаю. Сейчас буду каждый там. Я не взял никакой энергетик. Морфинчик, кокаинчика не взял там. О, надо починить. ВС-прибой однозначно чиним, бля. Давайте, лист брезента, починка. Надо за стволами-то следить. Так, починим. Пока что у меня там, видите, да, есть смазочка. Есть смазочка, быстро починим. Так, отмена. Все, да, это что за Фримена, блядь, лом. Откуда нарисовался мне. Переносное радио, может, радио послушаю. Ладно, все, отдохнул я немного. Смотрите, какая красота. Ну, блин, я не знаю, может, даже и починим. Отпишитесь, кто юзал этот ствол, вот этот вот. FN-фал, пара, бля. Если как он работает. Если красиво работает, есть смысл его чинить. У меня навык владения им высокий, обратите внимание. Играем за разведку. Если есть смысл чинить, то, конечно же, его починим, будем юзать. Правильно, пацаны? Так. Все, потерпите, немного осталось. В принципе, мы дома. Просто такой хабар прем на себе, посмотрите. Неплохо мы разживились. Так, а что я его таскаю? Надо обратно поставить. Наверное, калашик на калашик поставлю, пацаны. Потому как на винторезик у меня уже патрончики закончились. Все, передвигаемся на переход.